Всем привет, друзья мои! С вами Кухня с Акцентом. И сегодня мы будем готовить невероятно вкусные, остро-сладкие грибочки на углях. В общем, для того, чтобы это сделать, рецепт на самом деле очень-очень простой. Я его максимально тоже для вас упростил, но в то же время вкус улет. Тут у нас основное, это, конечно, крылышки у нас ровно 1 килограмм. Крылышки мы сейчас должны, конечно же, обработать. На них достаточно много перьев было, я их удалил. Потом будем обязательно срезать третий сустав. Я даже не знаю, как это назвать, кончик. Почему? Потому что он очень быстро сгорает, его обязательно удалять надо. И вот этот нарост, он иногда есть у некоторых куриц, не на всех крылышках, но если вот этот нарост вы видите, его обязательно снимите, отрежьте. Он тоже очень быстро сгорает, он нам не нужен. Соевый соус нам нужен, минимум 3 столовые ложки. Мед, тоже 3 столовые ложки меда. Чеснок, 5-6 зубчиков. Для остроты я буду использовать аджику, которую мы, кстати, недавно делали. Это просто мега-суперская аджика. Тут сейчас появится, кстати, ссылка. Если хотите знать, как легко, просто, быстро эту аджику приготовить, переходите по ссылке. И в описаниях тоже оно будет. Обязательно нужна паприка. Тут 2 столовые ложки. 4 луковицы. Лука, кстати, даже больше можно делать. Он нам нужен для маринада чисто. Мы его крупно нарежем. Потом его обязательно выкидываем. Некоторые в крылышки добавляют сушеный лук. Я вам это, друзья, не советую. Не некоторые, я даже очень часто это делаю. Он потом на углях реально очень быстро сгорает. Я постоянно вот этот привкус сгоревшего лука чувствую, хотя визуально этого не видно. Но со свежим луком, знаете, лучше. Потом эти кусочки выкидываете, ничего не сгорает. Кстати, то же самое чеснока касается. Свежий чеснок, да, он намного дольше термическую обработку проходит, он больше проходит в блюдо. Если вы сушеный чеснок добавите, он быстро сгорает, надо там быстренько все переворачивать, эти крылышки неудобно. Сделайте, как я вам скажу, это такой нормальный рецепт, и мучаться тоже не будете. И черный перец обязательно. Черный перец придает аромат, пикантность, черный перец тоже очень важен. Да, и, друзья мои, чуть не забыл, обязательно оливковое масло. Примерно 3 столовые ложки. Чтобы вы понимали, масло это проводник всех запахов, вкусов. Без масла вкус будет даже близко не такой яркий. Все, больше ничего не надо. Давайте сейчас крылышки пока обработаем. Отрезаем здесь, нащупали сустав. Просто перерезаем, это очень легко. Здесь тоже нащупали сустав. Отрезали этот нарост. Готово. Друзья мои, я сейчас лук порежу полукольцами, потом его луками надо перемять, чтобы лук соки видели, и отправим его сразу крылышком. После этого уже будем за специями присматривать. Все, нарезали лук, берете его луками, хорошенько так. Пускай все соки из него выйдут. Начинаем. Нам нужен погружной блендер. Давайте пока чеснок обработаем. Для того, чтобы быстро очистить чеснок, кстати, думаю, многие из вас это знают, но я все равно покажу. Не надо его резать, мучаться, просто положите, раздавите ножом, и все, шелуха вот буквально как одежда легко снимается. Ну так легко и просто. Масло, 3 столовые ложки. Напоминаю, оливковое. Можно и обычное растительное, но оливковое, кстати, курице, к птице вообще очень подходит. Так что постарайтесь сделать оливковое. Паприка, 3 столовые ложки. Чуть-чуть аджики для остроты, для пряности. Кстати, если делаете ту аджику, которую мы записали, будьте очень осторожны. Не переусердствуйте. А то кроме вас никто не сможет это кушать. 3 столовые ложки меда. Если вы очень любите медовый вкус и сладость, добавьте еще больше, но 3 в самый раз. 3 столовые ложки соевого соуса.
Кстати, можете даже 5 столовых ложек, если вы любите привкус, но чтобы вот этот привкус сильно не чувствовался, давайте я сделаю еще один и хватит. Не нужно, чтобы соевый соус все остальные вкусы перебивал, этого достаточно. И что ж, погружным блендером все это хорошенько сейчас взбиваем. Когда смесь станет абсолютно однородной, достаточно. Буквально там секунд 10-15. Друзья мои, вот такая великолепная штука. Получается, пахнет она просто невероятно. А потом, когда вы это пожарите на углях, вы не представляете, как это вкусно. В общем, отправляем это в курицу, хорошенько перемешиваем и на всю ночь в холодильник. Пускай дозревает. Вот так, отправляем сейчас в холодильник, пускай на всю ночь маринуется, хорошенько дозревает, а утром продолжим видео. Кстати, одна ремарка небольшая. Подобным образом можно любую часть курицы замариновать, чтобы пожарить на углях. Сразу скажу, для тех, кто не умеет хорошо слушать, на сковородке этот рецепт не годится, друзья мои. Это рецепт чисто для природы, для гриля, для углей. Для сковородки чуть-чуть другой, я потом вам тоже покажу. Друзья, ну что ж, сделали мы деревенский мангал, который я вам только что показал. Кстати, это вообще самый простой и классный способ, как сделать мангал на природе, чтобы с собой ничего не таскать. Сейчас покажу вам, кстати, как надевать крылышки на шампур. Нащупиваем пространство между косточек, шампур туда надеваем, и то же самое с другой стороны. Нащупиваем пространство. Показываю ближе, чтобы вы не думали, что тут что-то подгоревшее. Это мед карамелизовался. Посмотрите. Так что это идеально просто. Все, супер. Как это вкусно. Нечто просто. Какая сочная, смотрите, просто мясо от костей отлетает. Что-то с чем-то. Короче, друзья мои, я думаю, эти крылышки в лишней рекламе не нуждаются, все вы сами видели. Пробуйте, готовьте, это правда очень вкусно. Спасибо, что нас смотрели, и до встречи на нашем канале. Пока-пока!